22 августа отмечается День российского флага, праздник сравнительно молодой, ему всего 22 года, и сегодня мы вышли на улицы Братска, чтобы узнать у жителей города, что означают вот эти цвета в национальном триколоре, и заодно не перепутают ли они отечественный флаг с похожим флагом Нидерландов. Сегодня помните, какой день? А, день флага, что ли, российского? Да, точно. Вы нам не поможете разобраться, какой из них российский? Вот тут мы что-то взяли распечатку и никак не можем понять, какой из них. Можете в руках прям подержать, сказать нам, какой. Ну, правый, я забыл. По-моему, белый. Внизу белый? Да. Понятно. А так вот, так. А это чей тогда? А это не знаю чей. Просто линии какие-то. Это какие-то полосы. Помните, как он выглядит, наш флаг? Ну, как же. Ну, да. Как он выглядит? Вот так. Ну, голубой – это небо, наверное. Красный – это кровь, наверное. Белый – это, наверное, не знаю. Может быть, снег? Может, снег. Помните, как флаг российский выглядит? Да, что? А какие на нем цвета есть? Белый, синий. Еще один? Еще один. Еще один, да, один есть еще. О. Вот нам в редакции дали два варианта флага. Вот я, к сожалению, не помню, какой из них. Вы мне не поможете? В каком смысле? Ну, смотрите, они, видите, отличаются немножко. Какой из них российский? Я правда забыл. Ну, перевернуть или все равно, что так, что так. Они одинаковые. Ну, почему не одинаковые? Красный, синий и белый. А здесь что? А, и тут также. Два российских флага мне дали. Да, это один флаг. Скажите, а вот что вот эти вот цвета вот означают? Вот эти все белые, синий, красный, что это? Ну, это, видимо, кровь, это чистое небо или белый. А чья кровь? Кровь россиян. Это власовский флаг. Власовский флаг? Да, этим подобным флагом воевал Власов. То есть для вас это сегодня не праздник даже? Не праздник даже. Ой, красный, радость. Это так... Обычный день, голубой, скука. Скажите нам, вот какие вы чувства испытываете, когда вот видите вот наш родной триколор? Ну, чувство гордости, конечно, за нашу Россию, за то, что нас действительно уважали и все. Уважали наш флаг. Ой, погодите, я немножко... Это не наш флаг. Вот он, наш флаг, да. Вот те же чувства испытываете. Давайте повторим. Чувство гордости испытываем при виде нашего флага. И желаем, чтобы наши все враги, друзья, все уважали наш флаг. Сегодня день российского флага. Вот мне в редакции дали два варианта. Какой из них правильный, я вот не помню. Почему? Ну, бело-синий-красный. А как ты запоминаешь? Ну, легко, я живу в России, я запомнил это. А как вы будете отмечать День российского флага сегодня? Буду делать то, что всегда делал. А что бы вы конкретно Владимиру Владимировичу пожелали в этот день? Ну, Путину я пожелал бы, чтобы он побольше о нашем городе думал. Чтобы думал о экологии, которой мы дышим. Думал за нашу страну.